Всем привет, с вами Вета, и мы сегодня поговорим о душевных палетках, о палетках, которые, возможно, выглядят очень скромно снаружи, но очень хороши внутри. Давайте начнем мы с палеток, наверное, Набла. Моя любимая палетка от Набла – это Soul Blooming. Она очень подойдет девочкам с белоснежкой, со светлой кожей. Палетка нереально крутая, здесь разные финиши, и топперы, и сатины, и металлики, в общем, матовые хорошего качества. Очень я советую эту палетку, приглядывайтесь. Вообще, палетка реально очень крутая. Единственное, что меня не устраивает, то, что она очень марается. И отодраить ее, очистить, это просто нереально. Поэтому в этом, конечно, ее минус. А так и зеркало здесь есть, и палеточка комфортная, красивая, компактная, в общем, все в ней круто. Цветовая гамма тоже у меня вообще очень бодрит и радует. Дальше тоже у меня палетка Nabla Dreamy 2. Мне нравится то, что они идут одного размера. Это вот все красиво можно поставить, как книжечки. И все очень аккуратно смотрится. В этой палетке появляется новая текстура. Это латексы, которые мне не понравились по качеству. Палетка неплохая, я считаю эту палеточку вечерней. Многие ее сравнивали с худой. Ретроградный Меркурий тоже, кстати, сравнивала, но в итоге они вообще не похожи. Есть похожие текстуры, есть похожие сияния, но оттенки все-таки разные, поэтому я их сравнивать не хочу и не буду. Палетку считаю более подходящей для девчонок с теплым подтоном кожи, потому что здесь все-таки оттенки более с теплым, да, подтоном, поэтому они больше тепленьким девчонками подойдут. А так, конечно, очень хорошая по качеству, вообще крутая палетка, она мне тоже очень даже понравилась. Вообще мне качество Nabla нравится, они неплохо работают, неплохо себя позиционируют в косметическом мире. А дальше я покажу палетку, наверное, одну. Это от Top Face. У меня вообще в коллекции только одна палетка от Top Face, она очень дешевая, 0,05 оттенке. Эта палеточка, она мне досталась, по-моему, за 120 гривен. Я ее называю палетка-выручалка, потому что вот если вы где-то подпортачили, где-то что-то у вас не получилось, просто палетка-находка, потому что она очень хорошо втушевывается, она очень красиво, мягко смотрится. Просто палетка для меня, она незаменимая. Вот если где-то что-то не получилось, я всегда ее беру. Потому что любое состояние моих век, да, пересушены они или там что с ними творится, всегда она меня выручает. Очень мягкая текстура, советую палеточку. Здесь матовых как таковых нет, сатиновая текстура, в общем, хорошая рабочая такая палетка. Палетка-выручалка. Так, теперь палеточка, недавно купленная мною, это палетка Си. От Pierre Rena. Палеточка тоже довольно скромненько смотрится. Что-то у нас здесь баба какая-то нарисована. Или хвост русалки. Ну, что вот кто хочет, то и видит. Палетка прикольная сама по себе. Но она, видно, ощущается как дешевая. Вот, ну, что-то такого особенного в ней нет. Но когда палетку открываешь, она, конечно, цепляет, потому что здесь есть хорошие, красивые оттенки. Это вот такой вот оттеночек. Он просто что-то с чем-то очень красиво блестит, переливается. За это вот стоит даже эту палетку купить из-за этого одного оттенка. Плюс здесь неплохой вот этот вот сатинчик. Вот этот тоже оттеночек неплохой. Хорошая здесь пигментация. В общем, палетка мне досталась за 350 гривен. Я считаю, что она стоит этих денег и вообще она стоит, чтобы к ней приглядеться. Она неплохая. Многие, кстати, ее сравнивали с палеткой Небески от Glam Shop. Но я ничего похожего там не нашла. Ну да, какое-то настроение есть. И та синяя, и здесь голубые какие-то есть. Но ни по финишам, ни по текстуре, ни по цветовому наполнению они не похожи. Все-таки отличия есть. Раз уж мы заговорили о Glam Shop, я тоже хочу показать и Glam Shop свои палетки. Потому что они с виду тоже очень такие
ну, скажем так, дешевенькие, потому что это обычный себе картон. Они очень легкие за счет этого, но внутри палетка нереально красивая, девочки. Помните, с лица воду не пить. Главное, что она рабочая. Палетка очень красивая, просто очень. Какой цвет ни набери, это будет красиво смотреться. Кстати, я ее сравнивала с Volume 5 от ABH Cosmetics. Да, Анастасия Беверли-Хиллз с коллаборацией с Нарвиной, по-моему, так, да? Новая палетка Volume 5. Палетка пигмента. Ведь там есть несколько оттенков, которые точь-в-точь, как в этой палетке. Поэтому я считаю эту формулу какой-то вот новой, неизбитой, интересной. Поэтому, если хочется что-то такого новенького, что-то такого небанального, попробуйте палетки от Glam Shop. Ну или более рабочий вариант это Нарвина, потому что обе палетки мне понравились. И эта, и пятая тоже мне понравилась. В общем, палетка так себе на вид, но очень она крутая внутри. Еще одна у меня, к сожалению, я не взяла с собой синюю палетку, потому что я очень часто ею делаю макияжи, она у меня дома лежит. Тоже очень красивая палетка, более повседневная. Она не такая, возможно, яркая, хотя здесь тоже имеет такие акценты. Вот этот вот оттенок, он очень такой яркий, насыщенный. Кстати, похожий оттенок есть и, опять же, в Нарвине, в этой новой палетке. Очень прикольная палеточка, нравится она мне, тоже ее могу советовать. Вообще, Glam Shop, они молодцы, тени там неплохие. Вот если бы они пересылку более дешево сделали, это бы было гораздо проще, и можно было бы заказывать побольше, понимаете, теней. А так, постоянно вот хочется доколиться. Дальше покажу палетку Вен Сабо. Это уже она старенькая, то есть относительно. Очень мне здесь понравилось качество, хотя тоже вот, да, она такая, как бы, вроде бы и красивенько смотрится, но все-таки, когда ты ее держишь в ручках, ну, дешевое есть дешевое, что-то такое, ну, такое, никакое. Но палетка по качеству мне понравилась. Я считаю, что это самая лучшая палетка, которая была у Vivienne Sabo. До этого меня вообще не впечатляли их тени, а вот эта вот палетка просто суперская. И тоже, кстати, малые деньги хотят за эту палетку. Некоторые оттенки похоже работают, набираются похоже. Этот зелененький может пятнить, синенький плохенько набирается. Все остальное просто супер. Палетка хорошая, я ее тоже очень могу советовать. Она мне прям очень нравится. Я, когда ее получила, очень часто делала макияжи с этой палеткой. Но потом, конечно, все-таки я перешла на другие тени и эту как-то вот подзабросила. Хотя она меня интригует по сей день. Что-то в ней есть такое притягательное. Палетка, которую я вообще недавно купила, это палетка от Eveline. Она неплохо смотрится. Вот когда ты смотришь, да, вроде бы там переливы, и как-то она, ну так, неплохенько, да. Но когда ты держишь в руках оригинал, палетку от Urban Decay Ultra Violet, сразу видна разница, что эта палетка намного дешевле. Так оно и есть. По качеству палетка очень хороша, а, возможно, кого-то она может расстроить это вот текстура. Девочки, имейте в виду, что в оригинале такая же текстура. То есть это полупрозрачные какие-то непонятные сатины. Текстура такая странненькая. Но в итоге макияжи получаются интересные, небанальные и красивые, я бы даже сказала. Так что считаю эту палетку все-таки жестяночку как-то дешевенькой, но внутри она просто красавица. Хорошая палетка, тоже приглядывайтесь, девочки. Конечно, это уже решать вам, что вам больше нравится, что вам больше по душе, или более дорогой сегмент, или более дешевый. Но палетка по качеству реально крутая, я ее советую. Также палетка, которая вообще меня не цепляет снаружи, это палетка топперов от Revolution. Вообще ничего особенного, плюс это все марается, все это грязненькое, такое неухоженное. Но она рабочая, и она
Очень крутая, она очень крутая. Вот здесь, мне кажется, все могут найти что-то для себя. Знаете, что я бы еще хотела? Чтобы они сюда поставили какой-то вот топер с зеленцой. Что-то наподобие Urban Decay, да, оттенка Люси. Что-то такое мне бы хотелось. А так здесь есть все. Вот как в фильме. Мне бы хотелось, я бы хотела. Да, в итоге ничего я не хотела. Очень здесь красивые топперы. Я их даже сравнивала с топперами из Наблы, и девочки по итогу здесь они как-то лучшего качества, чем даже из некоторых палеток от Наблы. Конечно, девочки, вот топпер один и вот этот вот. Это топперы, поэтому на сочах они, а не тут оттенок. Они не видны практически, но это дает эффект влажного века с мельчайшими блесточками. Я бы их сравнила что-то вот наподобие как Special Shade у Pat McGrath. Конечно, по блеску и по сиянию Pat McGrath выигрывает, но это тоже довольно крутое сияние, тоже не банальное, тоже хорошо, прекрасно выглядит. И за очень малые деньги. 2 800, и эту я, по-моему, покупала за 290 гривен. Да, вот сравните, 290 гривен и 2 800. И 2 800 это по скидкам. Так что, и, кстати, этой палеткой я пользуюсь, а Pat McGrath у меня лежит мертвым грузом, потому что по итогу пользования мне понравились больше тени от Glam Shop, мне они больше по душе. Поэтому Glam Shop я пользуюсь, а Pat McGrath у меня лежит. Это тоже я частенько люблю использовать в разных макияжах. Как-то и переливы дает, и что-то такое вот интересненькое. Очень нравится. В общем, девочки, это все, что я хотела сказать вам сегодня. Любите себя, цените свою красоту, уважайте свою душу. Главное, вы должны запомнить, что лицо, фигура – это все не главное. На каждый товар найдется свой купец. Помните это. В мире очень много людей, которым вы, поверьте мне, нравитесь. Вы просто, возможно, этого не замечаете. Возможно, вы не обращаете внимания или просто вот банально не хотите замечать. Поэтому любите себя обязательно и цените каждый свой прожитый день. Всем пока и до новых встреч. Встретимся мы, конечно же, очень скоро. Заходите в гости.